Друзья, всех приветствую, на связи Алтай, и сегодня очередной короткий отчет по заработку, по профиту в проекте Magnet Money, в проекте Денежный Магнит. Стартовали мы 5 января, сегодня 22 января, но 2 дня сайт не работал, был на тех работах, то есть по факту за 15 дней. Давайте мы на примере одного из кабинетов партнера покажем, какие результаты могут быть у вас в Денежном Магните. Заходим в меню, заходим в раздел кошелек. Давайте посмотрим баланс. На балансе сейчас 785 USDT. И давайте перейдем в раздел статистика. Возвращаемся обратно в кошелек. Нажимаем на раздел статистика. И смотрим нашу статистику. Общий суммарный чек 4934 доллара. Но в рамках промо данный аккаунт вышел в статус Gold и забрал бонус в 500 долларов, которые были зачислены на кабинет партнера. Плюс за эти 15 дней также были закрыты два статуса серебро и голд, а это еще 25 токенов компании Денежный Магнит. Один токен стоит 10 долларов, то есть суммарно мы видим, что 25 токенов это по факту еще 250 долларов. И давайте все вместе посчитаем. 4934 доллара плюс 500 долларов плюс 250 долларов. И суммарно наш заработок составляет 5684 доллара за 15 дней. То есть, если мы разделим на 15 дней весь заработок, мы получаем в среднем 378 долларов в день. Ребята, хочу напомнить, что заработок здесь складывается из 4 видов дохода. Первый, это, конечно, наши любимые подарки, бонусы. То есть, вы видите, что первый стол 4 раз уже закрывается. Собрано 27 подарков, суммарно 351 доллар. Второй стол номиналом в 50 долларов, третий раз уже закрывается. Собрано 528 долларов подарков. Третий стол номиналом в 150 долларов, тоже третий раз уже открывается. Собрано 1600 долларов. И четвертый стол за 500 долларов тоже собирает подарки. Получено подарков на сумму 1320 долларов. Суммарно подарками получено 4551 доллар. Плюс жирная рефералка от 25 до 100% вы получаете с лично приглашенных в зависимости от ранга. Плюс вы добываете, закрывая ранги, акции и токены компании. Это суммарно еще 250 долларов с двух рангов. И плюс совсем скоро, когда данный аккаунт выйдет в ранг бриллиант, он будет получать 5% от всего товарооборота своей структуры. Данный партнер находится в ранге золота. У него в команде в первой линии 20 партнеров и суммарно в команде 427 человек. И здесь мы видим, что в его команде уже партнеры тоже закрывают ранги. Два партнера на ранге серебро и два партнера на ранге золото. Как только появится здесь третье золото, данный партнер станет платиной. А платина, напомню, ребята, это 40% с лично приглашенных по рефералке, плюс 15% со всей структуры. И это очень хорошие деньги. По факту можно сказать, что выйдя на платину, вы выходите на пассивный доход. Это в среднем от 1,5 до 5 тысяч долларов вы будете получать в виде подарков, в виде рефералки и плюс пассивный доход. Ребята, вот такой короткий очередной отчет. За 2 недели 5684 доллара в проекте «Денежный магнит». Обязательно разберитесь с этой возможностью. Проект крутой, проект классный, очень много денег, очень много подарков. Поэтому, ребята, ждем вас в нашей команде. Кроме подарков, кроме денег, вы еще получите крутое обучение, классное окружение, мощных наставников и, конечно же, нашу автоматизацию, наши воронки, наш инструмент, который позволяет вам получать партнеров на автомате из соцсетей. Ребята, всех жду в нашей команде. Всем желаю профита и всем пока!